Добрый день! Сегодня я бы хотел показать, как мы работаем с GNSS-приемником GM-Smart-M. Это мультичастотный РТК-приемник, который работает с системами GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS. Имеет 965 каналов для работы со всеми этими спутниковыми системами и на частотах L1, L2, L5. Это профессиональный геодезический приемник. Он имеет вот такую вот облегченную форму, подключается к внешним пауэрбанкам. Программное обеспечение мы используем ServX для разбивки точек, для выноса в натуру и так далее. Сейчас на примере мы покажем, как именно этим можно работать и насколько это удобно. Пару месяцев назад мы вызвали геодезиста, и он отснял нам две точки для того, чтобы у нас в системе координат 63. СК-63, для того, чтобы мы могли выходить на эти точки с нашим GPS-оборудованием. Сейчас я выбираю одну из этих точек. Идите вперед, держитесь вперед. В каком направлении идите мы должны вперед, двигаться? Идите вперед, держитесь, идите здесь на юго-восток. Здесь переключение на юг, на восток. Осталось 3, осталось 2. Я могу 2. Его переключать вперед-назад в формате. И вот... Здесь мне нужно выставиться по уровню. Здесь очень удобно, что я могу подходить и сразу же видеть, в каком направлении мне нужно подойти, чтобы... Вот, я нахожусь в зеленой зоне. Отключу. У меня допуск 2 сантиметра. И как только 2 сантиметра, у меня сразу начинается индикация, что все в порядке. Точка вынесена. Еще вот такой звук. Я его отключил. Ну вот сейчас включил. Все, мы вышли на точку. У нас есть визуальная индикация и звуковая. Отлично, эта точка вынесена. Теперь мы можем переместиться на вторую точку и проверить ее. Пойдем. Выбираем первую точку. Вот мы подходим к этой точке, я просто даже по картинке могу к ней подходить. Вот она. И вот в этом направлении я наклоняю, и у меня все очень даже хорошо. Ну то, что насыпь, это приемник, возможно, выставлен сейчас не на такую же самую высоту. То есть в плане у нас все замечательно. У нас все замечательно. Отлично. Это был приемник GM Smart M, который мы рекомендуем для геодезических работ. Спасибо за внимание.